Привет, я покажу, сколько можно выжить без воды. Я ускорю видео. Вода очень важна для выживания и является одной из основ. Проблем с нехваткой воды можно избежать, если носить в инвентаре бутылки с водой или найти чертеж дистилляционного костюма. Почти через 30 минут реального времени показатель жажды полностью израсходуется и начнет убывать здоровье твоего персонажа. Спустя одну минуту твой персонаж может умереть. Вывод. Восполнив весь показатель жажды до максимума, его хватает на 2 дня и 1 ночь. Используйте знания с пользой для себя. Удачи в игре!